Здорово, ребята, с вами Бацет, добро пожаловать в новый суперкрутой выпуск, в котором мы создадим одну прикольную хреновину. Это здоровенная ваза. Я решил наполнить ее шариками ММДемса. От вас требуется спонсировать наполнение этой вазы ММДемсом. Каким образом это будет происходить? Вся необходимая информация будет внизу в описании к видео. Каждый, кто поможет наполнить эту вазу ММДемсом, будет упомянут в титрах и в описании к выпуску, в котором мы ее взорвем. Поэтому именно вы, именно ты, парень, можешь стать участником создания крутого эксперимента, в котором увидишь, как разлетится ваза, наполненная драже с ММДемсом. А теперь погнали к сегодняшнему выпуску. Теперь настало время придумать пару десятков применений для этой хреновины. Понятия не имею, почему все помешались о фиджет-спиннерах, но если найти креативные применения, вот это уже интереснее. Короче говоря, у меня есть такое убеждение. Все, что тебе необходимо для того, чтобы творить, уже имеется в полной доступности. Например, если мы возьмем видео возможности айфона, в частности его возможность снимать крутые slow-motion, то, используя свою фантазию, можно снимать кучу прикольных экспериментов, снятых на айфон в режиме slow-motion, окажешь. Что мы, собственно говоря, сейчас и проделаем. Я проверю следующую теорию. Может ли вращающийся кишечный бэлишмен докрутиться до самого дна? Либо же он остановится вообще сразу после падения в воду. Вот это мы сейчас и узнаем от Наташу. Погнали! Ну что, погнали? Самое время проверить, как упадет вращающийся фиджет спиннер в воду. И... Если это выглядело так себе, но на видео в заметном месте, я думаю, это выглядит прикольно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Произошел небольшой инцидент. Гайка отвалилась от подшипника, мне придется ее снова приклеить и попробовать сделать это еще разок. Я придумал более прикольную конструкцию для данного эксперимента. Я взял нашу вазу, которую мы хотим наполнить ММДемсом, наполнил ее водой и сейчас я кину в нее вращающийся фиджет спиннер и сниму это все на iPhone в замедленной съемке. Давайте посмотрим, что у нас получится. Эта хрень разлетелась, но я думаю, получились неплохие кадры. Акула, ты что думаешь? Я думаю, ты страдаешь какой-то ху... Ну что это будет, господа? Самое время проверить. Как опустится фиджет спиннер в горизонтальном положении по нашей вазе, наполненной водой? Погнали. Oh, yeah! Сверло внутри башни из воды. Slow-motion, что надо, ребятки. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск, связанный со slow-motion процессами. А оставайтесь с нами, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и написать свое супер мнение внизу в комментариях под данным видео. С вами был BadScience. Увидимся в следующих крутых экспериментах. Всем пока! Снова это дерьмо чинить придется.